довольна, потому что мы играли уже товарищеские игры с Ростовом. У нас, ну, мы первые игры играли, у нас немного не склеилось, а уже вот в третьей игра и будет четвертая послезавтра. Я вижу, что команда уже более, если в, ну, по тактике, уже командная игра идет, и у нас получается очень много, это хорошо. У нас была задача больше наиграть комбинации, наиграть различных стяжек, очень много, ну, то есть не боясь какую-то ошибку совершить, все делать. Это уже третья игра, которую мы проводим. Первые две игры сыграли с Ростовом, конечно, печальное зрелище было. Сегодня немного получше, можно так сказать, особенно порадовала немного защита. И мы еще отрабатывали, вот у нас в последнее время не очень хорошо идет, семером. Ну, получилось, мне кажется, и броски дальние пошли. А так, конечно, возврат по сравнению с Кубанью. Видно, что Кубань хорошо поработала на сборах. И сейчас мы даже вот по возврату и по быстрой контратаке явно уступаем. А так, игра вратаря, которая у нас вышла из декрета, это Кожубекова Светлана. Первые 15 минут они получили, в общем, все 4 вратаря равное количество времени. Вот. Порадовала игра Кожубековой, порадовала игра Баскаковой. Вот. Неплохо, мне кажется, сыграли комбинационно. Немного вот у нас с Ростовом мы играли, не получились комбинации, которые мы наигрывали. С Кубанью почти большинство это проходило. Единственное, многие броски увязали в блоке, не считая того, когда мы перестроились на 7 полевых игроков. Ну, наверное, мы не справились со всем. С защитой, в нападении. Пропустили много, скажу, провокаторей свои мячи, которые нужно было брать. Это первая игра. Ну, дома всегда хорошо, приятно играть, потому что свои болельщики, стены помогают. В принципе, это как товарищеский матч, ты, ну, наверное, ты настраиваешься, но не на так, как в чемпионате России. Попробовали всех, но я боюсь, что не все будут играть. Вот. Количество сейчас достаточно большое людей. Ну, посмотрим. Пока что, если честно говорить, я вот стартовый состав, если смотреть, еще пока не вижу. Это плохо. Явно на некоторых местах. Ну, что-то не вяжется, где-то не вяжется. Ну, а там посмотрим. По местам еще не ясно, где будет кто играть. Поэтому многого не хватило еще, ребят, очень много. Ну, сегодня я хотел бы увидеть в защите и часть хотя бы в нападении. Ну, так, бледно, все бледненько. Следующая игра будет уже по контратаке. Более попытаемся умнее сыграть. Там всего одна контратака получилась у них. Толком. Не просто выброшенный мяч, а забитые по схеме по какой-то. Потому что когда уже сил не будет, надо играть по схемам. Мы должны понимать, где кто будет находиться в какой момент.